Вот новогодние елки, дорогие мои, вот, продаются вот в Мигросе по 49 лир. Вот, здесь искусственные, вот живые, 49 лир, пожалуйста. Вот они. 49 лир стоит живые елки в горшочках. Они в горшочках, они живые. И вот такие вот типа рябины, видите, они тоже высушенные. Вот они. Это не искусственные, это высушенные ягоды вот такие вот. И вот такие елочки, смотрите, горшочки. 49 лир, это, ну, будем говорить так, 550 рублей. 550 рублей. И вот такие есть вот они. И вот такие набор новогодние. Вот они. Вот такие елочки. Вот. Ну, естественно, яблок, клубники полно. Вот они. Клубники, пожалуйста, полно. Гранаты. Вот новогодний набор. Вот он. 100 лир вот здесь. Все тут есть. Но, наверное, алкоголя нету. Не знаю. Не открывал. Вот такие есть. Тоже живые. Тоже живые такие. Можжевельник, что ли. 16 лир. Вот такие есть. Наборчики. Вот такие есть наборчики. Вот такие, вот такие. Так что к Новому году здесь идет нормально, все хорошо. Вот. Мигрос и 5 это все. Всех вам благ. Пока-пока.